Ля-ля-ля, смотри, бегут, ля-ля-ля, а ну стойте, а я жж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 
Будешь кетчуп вкусный? Да. Что это? Борис, ты такой классный. Спасибо. Апчхи! Да то фигня, смотри, как надо. Вставай, пора в школу. Да какая школа, хозяйка? Ты чего прикалываешься? Карантин. Леопарды. О, в Макдональдсе был. Только одну штучку возьми. Только одну. Хорошо, я одну. Спасибо. Я допрыгну, не допрыгну. Барсик, смотри, будешь такой, я себе налил. Фигня какая-то, закопать надо. Блин, что-то не закапывается. А ну еще попробую. Барсик, ты поправился, тебе нужно похудеть. Занимайся на тренажерах. Хозяин, я, по-моему, уже похудел. Выключай его, пожалуйста. Яла напала. Ё-моё, что делать? Тихо, не смеемся. Хозяйка сказала с тобой пойти гулять. Я не хочу гулять, хозяйка сказала. Так, надо спрятать следы, что я захавал весь суп. Надо спрятаться в кастрюлю, чтобы хозяйка не узнала, что я весь суп съел. Ну как там, вкусно? Да, очень вкусно. Ик! Очень вкусно. Так, все, хозяйка, уже можно вылезать в сумки? Мы уже пришли домой? Да, ты мне что-нибудь купила? Да, вот листик возьми. Ну, листик, конечно, хорошо, а что-нибудь еще... А, хозяйка, за мной гонится гигантский шар, что делать? Беги, шарик, беги! Так, Барсик, ты уже достаточно толстый, я могу теперь качаться тобой. Скажи, пюре. Пюре. Хозяин, можно этот кусочек мне? Пожалуйста, он такой вкусный, дай мне, нельзя. Малиновый цвет упал на окна, музон качает. Так, Барсик, ты из нас самый худой, мы тебя используем для побега с этой клетки, вылази через дырку. Как он вылез, друг? Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Ну все, сегодня точно не смеемся. Самый смешной не засмейся челлендж, в котором нам нельзя смеяться. Ну что, держимся изо всех сил. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, смотри, бегут. Ля-ля-ля, а ну стойте, а я жик-жик-жик-жик. Тихо, не смеемся. Барсик, что ты там делаешь? А ну слазь с окна. Апчхи, бау. Жесть, тихо. Тихо, не смеемся, друзья, нам нельзя смеяться. Что такое, собачка? Что он увидел? Ну что, круто, подпрыгнул. Так, кот. Лед, надо себе льда натрусить. Точняк, выпало. Ура, наконец-то кусочек выпал. Блин, куда он закатился? Ё-моё, сейчас найду. Он скользкий, ай-яй-яй, укатился. Апчхи. Да то фигня, смотри, как надо. Пчхи. Круто. Ох ты, паркур, козел. Ничего себе! Вся семья, выходите, нас снимают! Смотрите, телевидение приехало! Леопарды! Крутяк! Барсик, вставай, пора в школу! Да какая школа, хозяйка? Ты чего прикалываешься? Карантин! О, хозяин пришел! Ура, хозяин, что ты мне принес? Ребята, напишите, кто на сегодня больше раз засмеялся и сколько раз ты засмеялся. Так, Шарик, отнеси, пожалуйста, пакеты с покупками. Хорошо, хозяин, хоть бы мне что-нибудь купил, вечно свою фигню скупишь. Так, я допрыгну, не допрыгну. Не допрыгну. Я такой суровый кот. Я такой страшный, что даже сам себя боюсь. Ё-моё, ой, блин, я на себя напал. Ай-яй-яй. О, капец, хвост атакует. Что делать? О, в Макдональдсе был. Только одну штучку возьми, только одну. Хорошо, я одну, спасибо. Новое видео на Валеришке, айда смотреть. А кто это сделал? А ну пошли, пошли, я тебя сейчас наругаю. Пойдем. Не надо было так делать. Пойдем, я тебя к хозяину сейчас отведу. Сам себе за хвост тянет, друзья. Ты что там, спишь? Я нет. Не, вставай. Ты что, смотри, мультики пропустишь. Где мультики? Какие мультики? Я боевой кот. Я самый злостный, самый серьезный кот. Зеркало, друзья, я воюю. О! Когда вы мне уже компьютер подарите, хозяева, я уже лапками научился на клавиатуре набирать свое имя. Смотрите, оп-оп-оп, в Roblox зайти смогу. Блин, опять наши футбол проиграли. Скукота и грусть. Выключайте телек. Ничего интересного.
это, молодой человек, вам не кажется, что вы на мне сидите? Да? А я не заметил. Что, серьезно? Правда? Кто последний в очереди? Так, Шарик, ты сам решил быть лосем, поэтому теперь сиди и не дрыгайся. Мы будем с тобой сегодня играться. Это как? Кидаю с него. Уху, привет, привет! Ложись, Бау. Люблю, а я не люблю. Ага. Кто к нам приехал? Это я, Бэтмен. Я спасу ваш город от всех злых вирусов. О, что там? Хозяйка, как вкусно пахнет. Что это у тебя тут такое? Вообще? Так, ребята. О, хозяйка, а я тут к тебе пришел. Может, ты бы немножко тоже еды поделишься со мной? Совсем чуть-чуть? Ну, пожалуйста, дай чуть-чуть. О, я поймал твой хвост, а я поймал всего тебя. Круто. Двуглавая собака. Так, смотрим, что будет дальше, друзья. О, это Барсик. Ты что, ты тренируешься пожарником? Бытат, смотрите, как я быстро по лестнице взбираюсь. Круто, гляньте. Вот. Барсик, давай быстрее, там уже пожар, сейчас все догорит, пока ты долезешь. Блин, да. Здравствуйте, так, слушайте, значит, дело было так. Как мне надоели эти все светские собрания, общепития. Это, хозяйка, можно я пойду? Сиди, не ходи никуда. Барсик, ты уже сходил в туалет, покакал? Да, хозяйка, я уже заканчиваю, сейчас туалетную бумагу себе отмотаю. Ты а что, сегодня коронавирус, ты что вообще? У туалетной бумаги нет, Барсик. Ребята, все захавал, всю бумагу. О, кто-то дырку сделал. Это я, хозяин, правда красивая? Зато вентиляция теперь будет, свежий воздух туда-сюда. Барсик, смотри, будешь такой, я себе налил? Фигня какая-то, закопать надо. Что-то не закапывается. А ну еще попробую. Барсик, ты поправился, тебе нужно похудеть. Занимайся на тренажерах. Хозяин, я, по-моему, уже похудел. Выключай его, пожалуйста. Болтает. Днем рождения, Барсик. Спасибо, конечно, но я торты не очень люблю. Ковер оживает, хозяин, ты представляешь, когда мы заходимся в другую комнату, камера снимает, как у нас ковер, этот, диван оживает, надо его, оживай, я тебе сейчас покажу, как он оживает, докажу, смотри. Не хочешь, это пылесос? Ничего себе. Пылесос! Мисочка, мисочка попалась. Так, друзья, что дальше, давайте смотреть. Одуванчик, Шарик, тебе нужно сдуть одуванчик, хорошо. Ух ты! Смотрите, что там в коробочке. Уехал. Хозяин, когда ты уже воду наберешь? Я уже научился плавать. Меня можно уже в речку. Когда мы пойдем на пруд? Так, надо спрятать следы, что я захавал весь суп. Надо спрятаться в кастрюлю, чтобы хозяйка не узнала, что я весь суп съел. Ну как там, вкусно? Да, очень вкусно. Ик! Очень вкусно. Так, все, хозяйка, уже можно вылезать из сумки? Мы уже пришли домой? Да, ты мне что-нибудь купила? Да, вот листик возьми. Ну, листик, конечно, хорошо. А что-нибудь еще есть? Ух ты, что это? Барсик, ты такой классный, спасибо. Тихо, не смеемся. Йо, висюлька, настоящая. Ё-моё, может быть это рыбка? А ну сейчас проверим. Бау. Так, здравствуйте, добро пожаловать к нам на прием. Присаживайтесь, пожалуйста, занимайте место, рассказывайте, что у вас случилось. Новое видео на Валеришке Макс. Смотрите, ссылочка в описании будет, друзья. И на Валеришка Плей, и на Валеришка Сим. Ребята, подписывайтесь, кто еще не подписан. Стоит, ребята, вообще. Барсик, Шарик, ты что, спишь? Я не сплю. Шарик, не спи, ты же за рулем. Шарик, а, да, я за рулем, точно. Какой за рулем, хозяин, не прикалывайся, ты за рулем. Я такой голодный, сейчас все съем. Барсик, смотри, не подавись. Ты что? Я все съем. Так, что там? Ух ты, одеяло напало. Ё-моё, что делать? Тихо, не смеемся. Хозяйка сказала с тобой пойти гулять. Я не хочу гулять. Хозяйка сказала, пошли гулять. Не хочу. Утята, ух ты, Шарик, а у тебя покушать ничего нет? А то мы, это, уже 2 часа как ничего не ели. А где наша мама? Ты теперь будешь нашей мамой. Это, тебе там очки не мешают корм кушать, Барсик? Не мешают. Меня так никто не видит. Я так за этот, замаскировался, спокойно покушать свой корм. Кто там? Одеяло. Оно оживает, шевелится. Хозяйка, за мной гонится гигантский шар. Что делать? Беги, Шарик, беги. Изо всех сил спасайся. Он меня догоняет. О нет, сейчас он меня задавит. Так, Барсик, ты уже достаточно толстый. Я могу теперь качаться тобой. Скажи, пюре. О, смотри. Барсик, смотри, что это такое. Кетчуп. Будешь кетчуп? Вкусный. Да. Ой, это так тренируются с собаками, смотрите, солдаты и пожарные.
Ну все, отстегивай. Все, побежали на задание. Класс, друзья. Круто. Зачем, интересно, коты так делают, друзья? Вы не знаете? Напишите нам в комментариях. Так, все, я наконец-то доплыл. Ура, все, шарик, ты теперь вода. А, ты ладка, я поплыл дальше. Хозяин ест что-то вкусное. Ну, наверное, мне не даст. Ой, может быть, этот кусочек. Хозяин, можно этот кусочек мне? Пожалуйста, он такой вкусный. Дай мне, нельзя. О, нет. О, и тебе на. Малиновый цвет упал на окна. Музон качает. Так, Барсик, ты из нас самый худой. Мы тебя используем для побега с этой клетки. Вылази через дырку. Как он вылез, друзья? Круто. И утекнул. Диджей Шарик сегодня на танцполе качает музню. Ура! Между нами провода, да-да-да, гора, да-да-да-да-да. Ля, собачки его слушают. Ого! Хозяин, я тут застрял нечаянно. Ничего себе, помоги выбраться. Все, фух, вылез. Там дышать нечем, оказывается. Вообще, жесть, и темнота страшная. У-у-у! Ничего себе. Шарик, а я так не умею. Научишь меня? Вау! У-у-у! Кошак! Ого! Упал, друзья. Ух ты! Шарик, шарик, шарик. Ё-моё, шарик. Блин, как последний дурачок прыгает за каким-то шариком. Это, выйдите, пожалуйста, с моей комнаты. Я тут это, в туалет хожу. Так у тебя туалет на кухне, мы не можем отсюда выйти. Блин, плохо. Что делать? Это, ничего, что вы у меня на голове сидите. Пожалуйста, встаньте. О, шарик, все, парикмахерская закончилась. Мы тебя постригли. Теперь ты настоящее яйцо. Друзья, напишите, кто из нас сегодня больше раз засмеялся и сколько раз ты засмеялся. Подписывайся на наши каналы, на которые ты еще не подписан. Ссылочки будут в описании. Мы стараемся для вас, потому что вы у нас самые лучшие. Мы вас очень любим. Всем пока. Пока, друзья.